Жители Самарской области задолжали за коммунальные услуги почти 2,5 миллиарда рублей. Из них около 2 миллиардов за тепло, 250 миллионов за воду, 100 миллионов за электричество и чуть больше 8 миллионов за газ. Такие цифры озвучили в городском управлении эксплуатации ЖКХ. Обсуждали изменения следующего года. Так, с 1 июля по всей стране планируется повышение тарифов. В Самарской области рост платы составит в среднем 4,8%. В первом полугодии 2016 цены останутся на том же уровне, что и сейчас. Тарифы на коммунальные услуги, они регулируются государством. И этим регулятором выступает в данном случае в нашей области Министерство энергетики и ЖКХ. Оно уже отрегулировало все тарифы на 2016 год. Кстати, с 1 июля возрастут и взносы на капитальный ремонт.